В Афипском доме культуры состоялся ежегодный отчет главы Северского района в рамках открытой сессии Совета. Жители, почетные граждане, руководители, работники организаций и учреждений, представители депутатского корпуса, духовенства и казачества собрались вместе, чтобы подвести итоги 2018 года. Работу Северского района, как житель поселка Афипского, считаю удовлетворительной, потому что ведутся работы очень положительно. Детские площадки строятся, спортивные комплексы строятся. Хочу отметить работу не только Северского района, но и поселка Афипского. По своему казачеству могу сказать, что очень много нам помогает администрация, и Коваленко, и Адам Шахметович. Любые вопросы, к которым мы обращаемся, они нам оказывают всевозможную помощь. Я считаю, что неплохо работает наша администрация. Много сделано для поселка, для людей. Посмотрите, как в нашем Северском районе стало чисто. Я из поселка Ильского, я председатель ТОСа. Раньше я еду на скорой помощи, кульки, бутылки, там все вот неприятно. А сейчас едешь чистенько. Посмотрите, как розы цветут. И районный центр. Чистота и порядок. Вот чем нам и нравится администрация Северского района. Люди неравнодушные у власти, люди трудящиеся, люди, которые почитают за, а главное, за основное, это трудиться на благо жителей Северского района. Ну и хочу пожелать им Божьего благословения на их дальнейшие труды, помощи Божией, чтобы ревность о исполнении своих обязанностей у них никогда не оскудевало. В работе сессии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Созыва Владимир Синеговский, заместитель главы администрации Краснодарского края Сергей Болдин, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко и Андрей Куемжиев. С отчетом о проделанной работе главой и администрации Северского района за 2018 год перед присутствующими выступил Адам Джарим. В своем докладе районный руководитель подвел итоги социально-экономического развития муниципалитета, рассказал о достижениях в культурной и спортивной жизни, развитии промышленного сектора и курортно-туристического комплекса. Также в рамках открытой сессии выступили представители федеральной и краевой власти. В своих докладах они сообщили о работе с местной администрацией, пообещали содействовать решению насущных проблем в муниципалитете и дали оценку работе районной власти, признав ее удовлетворительной. Адам Джарим поблагодарил жителей Северского района за доверие, а они, в свою очередь, обратились за помощью в решении насущных проблем. Так, в Ильском городском поселении началось строительство спортивного комплекса. Ильчан волнует вопрос, когда состоится его открытие. По плану графику, значит, 1 августа мы все с вами будем свидетелями открытия этого нового комплекса в станице, в поселке Ильском. Поэтому добро пожаловать на открытие 1 августа. В Дербинской школе присвоен титул школы казачьей направленности. Люба, планируется ли в перспективе присвоение другим школам Северского района школ казачьей направленности? И в частности, школам Григорьевского поселения. Рада отметить, что в каждой школе есть казачьи классы. И желание родителей, естественно, детей, учителей, это основа основ. Поэтому, если такое желание есть, обязательно будем открывать и дальше казачьи классы, потому что казачество – это самое передовое на Кубани, об этом даже и разговора не может быть. Конечно, будем открывать. Продолжилась открытая сессия торжественным вручением благодарственных писем от администрации Краснодарского края. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кубани, почетной грамоты администрации Краснодарского края удостоились глава Северского района Адам Джарим и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сады предгорья» Написат Курбанова. После торжественной части отчетную сессию Совета муниципального образования Северский район признали закрытой. День доблести и мужества. 23 февраля вся страна отмечает День защитника Отечества, празднику, который мы по традиции отмечаем 23 числа, уже без малого 100 лет. На самом деле история 23 февраля – история праздника, прошедшего вместе со всей страной революцию, Великую Отечественную, становление Советского государства, а также возврат к исконно русским традициям. Одним словом, 23 февраля – праздник мужчин с большой буквы, готовых в любую секунду стать стеной на пути малейшей опасности. Вначале на 23 февраля не предусматривалось никаких подарков, только митинги –
и торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать медаль, которую в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабочей крестьянской армии. С 1922 по 1946 годы праздник носил название «День Красной Армии и Флота», а с 1946 по 1993 год – «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». Днем защитника Отечества этот праздник стал только в 1995 году. Так или иначе, этот праздник прошел сквозь года и является одной из тех традиций, которая воспитывает в юношах настоящие мужские качества, ведь в будущем звание защитников Родины им передадут их отцы и деды. Уважаемые жители Северского района, 27 февраля 2019 года планируется пробный запуск нового смонтированного оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Просьба соблюдать спокойствие. Встретим песни русской звонкой да блинами целой горкой. Уважаемые жители и гости Северского района, приглашаем вас отпраздновать широкую масленицу. 10 марта масленичные гуляния пройдут на основной парковке клуба загородного отдыха станицы Северской. В этот день вас ждут народные забавы, блины, ароматная выпечка, душистый чай, шашлык и другие угощения. Ярмарка сувениров от мастеров Краснодарского края. Также можно будет поучаствовать в соревнованиях за подарки от клуба загородного отдыха. Финалом праздника станет сжигание масленицы. Прощание с зимой. Компания Samsung Electronics представила складывающийся смартфон, который будет стоить около $2000 США. Южнокорейский производитель пытается обогнать своих конкурентов, включая Apple и китайские компании, и вернуть интерес покупателей на фоне падения продаж. Galaxy Fold поступит в продажу 26 апреля. Он позволит воспользоваться преимуществами новых, более быстрых мобильных сетей 5G. Гаджет похож на обычный смартфон, однако после открытия он превращается в небольшой планшет с диагональю экрана 18,5 см. Samsung остается крупнейшим в мире производителем смартфонов. На компанию приходится пятая часть мировых продаж. Однако в прошлом году на рынке наблюдался спад, и продажи Samsung резко упали на фоне роста спроса на китайские телефоны Huawei и Xiaomi. Однако благодаря своему складывающемуся смартфону Samsung выходит в лидеры сразу по двум направлениям. Большой экран, который сгибается, и первая связь 5G в смартфоне премиум-класса. Аналитики говорят, что Apple сможет выпустить что-то подобное лишь к 2020 году. 5G — это новое поколение, о котором люди уже давно говорят. Мы знали, что его внедрят. И это одни из первых устройств с подобной функцией. Впрочем, еще остаются вопросы, насколько быстрой будет система и сколько она будет стоить. Samsung также представила три смартфона S10. Их она оснастила новыми камерами и также технологией 5G. Кроме того, компания объявила о планах сделать для своего сгибающегося телефона версию 4G. Конкуренты Samsung, как ожидается, представят свои модели 5G на Всемирном мобильном конгрессе, который скоро пройдет в Испании.